медленно плывет, совсем маленькая. Филипп и Туни присоединяются к группе ученых из биологической лаборатории изучения акул на Бимине. Последние 25 лет работники следят за популяцией акул, ловят их и, записав данные, отпускают на волю. Вот акула попалась на один из крючков. Она бьется в воде, значит, жива, и угроза пока небольшая. Чтобы следить за уменьшающейся популяцией, акуле нужно прикрепить индивидуальную бирку. Филипп будет следить за процессом под водой. Нужно быть очень осторожным. Акула нервничает, и уже бывало, что некоторые соскакивали с крючка. Надо иметь свободу движений, простор и быть очень внимательным. Похоже на тигровую акулу. Да, точно, тигровая. Тигровые акулы считаются самыми опасными в мире. Обычно я бы никогда не подплыл к ним так близко. Ух ты! Рискованно. Надо быть очень осторожным. Прикрепляю бирку с данными. Угроза для акул возрастает, и по биркам можно определить, где и когда на них охотятся. Втыкать? Вот так. Вынимай ручку. Деревянную вынимай. Вот бирка на месте. Видишь? Эту акулу поймали специально, но во время промыслового лова бесчисленное количество акул попадают на крючок случайно. Во время промысла в океан забрасывают километры лески с тысячами крючков. Можете себе представить? Попав на них, акулы долго не могут освободиться и часто погибают. Хотела поцеловать на прощание. Уплывает. Красавица. Миллионы этих хищников попадаются на промысловые крючки. Задача в том, чтобы отучить акул набрасываться на них.